Здорово. Приветствую, господин премьер. Господин премьер-министр, для нас Эфиопия такая далекая и очень близкая страна. Плохо, хорошо, мы всегда старались сотрудничать с вашей страной. В последнее время как-то не очень получалось, и я в связи с этим благодарен вам за эту встречу. Думаю, что эта встреча будет способствовать какому-то движению в наших отношениях, и что мы сможем выстроить наши отношения впредь. Мы вашу страну воспринимаем как Восточная Европа, ворота в Африку. Поэтому очень нам интересно сотрудничать с вами, и думаю, что нам надо не просто возобновлять, а совершенствовать и модернизировать пути нашего сотрудничества. Мы к этому готовы, а вы? A country like Belarus. Для нас, Эфиопии, очень важна Беларусь, потому что вы знаете о нашей боли, и вы чувствуете нашу боль. И это боль страны, у которой нет выхода к морю. К сожалению, в то время, когда у нас, в наших землях, есть так много ресурсов, люди не позволяют нам их должным образом осваивать. Господин президент, наша страна также одна из самых быстро развивающихся стран в Африке. В прошлом году рост ВВП достиг 8,1%. И, конечно же, с ростом населения, с ростом экономики, доступ к морям и океанам становится еще важнее. И поэтому для нас, господин президент, так важна позиция Белоруссии, которая знает и разделяет нашу боль. Подводя итог, у нас есть ресурс, мы бы хотели поделиться им с ними, но поделиться на равноправной и взаимовыгодной основе. На фоне нашей взаимной поддержки на международной арене хотелось бы также обратить внимание на интерес, который наша страна проявляет к торгово-экономическому взаимодействию с вашей страной. Конечно же, прежде всего мы заинтересованы в совместной работе в области сельского хозяйства. Модернизация сельского хозяйства является для нас приоритетом. Мы хотели бы поработать вместе в текстильной отрасли, в горнодобывающей промышленности, в высоких технологиях и о многом другом. Господин президент, позвольте еще раз заверить вас в нашем интересе учиться у вас, развивать наши отношения. Мне очень приятно встретиться с вами. Надеюсь, что наше взаимодействие будет взаимовыгодным и успешным. Господин премьер-министр, мы люди открытые, мы готовы быть вам полезны там, где вы сочтете нужным. Мы открыты. Приезжайте со специалистами, посмотрите все, что вас интересует от сельского хозяйства до промышленности. Посмотрите на это. Если вы что-то найдете полезное для вас, скажите нам, мы в этом направлении будем вам помогать и будем с вами сотрудничать. Если вы обнаружите какие-то нужные для вас технологии, мы не просто вам готовы их передать, осуществить в Эфиопии, но и научить ваших людей этим технологиям. Мы сотрудничаем уже со многими государствами Африки, от Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Кении, Египта и так далее. Вы можете изучить у них, насколько мы ответственно и эффективно осуществляем свою работу. Там было нам сложнее, в Эфиопии, возможно, будет еще и проще. Но они довольны сотрудничеством с нами. Поэтому давайте начнем с того, что мы ближе познакомимся друг с другом. Но я сторонник быстрых шагов. Мир очень меняется. Он заставляет нас ускоряться. Поэтому мы готовы настолько быстро делать все, о чем мы договоримся, насколько к этому будете готовы вы сами.